Так, всем привет на нашем канале. Сегодня у нас выезд в область. Работаем мы на участках без электричества. Это у нас Балахна. На участках стоят колонки у всех. Вот захотели поставить скважину с мотопомпой, бензиновой мотопомпой. Мы уже так много раз делали, да, люди купили сами помпу и попросили приехать и сделать скважину. Ориентировочный метраж 7-8 метров. До воды здесь у нас. Сколько, Артур? 3 метра, по-моему, да? 2,5. Ну, где-то 3 метра, в общем, плюс-минус. Зеркало воды, статический уровень. Сейчас покажу, где делаем. Делаем вот в этом месте. Рядом парник. Вот здесь такой вот участок. Здесь люди, ну, живут в двухэтажных домах и сажают картошку, моркошку, парники, тут все дела у них. Вот, сейчас идет у нас глина такая довольно-таки плотная. В общем, делаем здесь и устанавливаем мотопомпу. Вода здесь будет с железом, потому что рядом соседи, у всех вода с железом. Ну, скорее всего, потому что в основном в этом районе везде так. Питьевой воды здесь нет. Да здесь питьевая, в принципе, никому не нужна для того, чтобы поливать огород. В принципе, этой воды достаточно будет. Все, смотрим. Вот, видите, там на соседнем участке женщина стоит, набирает воду. Ручной качок. И так здесь практически у всех. А кто хочет это все дело оптимизировать, так скажем, ставит мотопомпу бензиновую. И все нормально работает. Накачал бочки, водичка нагрел, спалил весь свой огород. Ну, тоже зарядка, так скажем. Вот у нас такой песок идет. Сейчас 2 метра. Сырой, но еще не сильно обводненный. Но цвет песка хороший. Что дальше будет, посмотрим. Ну, метраж все равно это минимальный. Нужно вот дальше углубляться. Сырой, но еще пока не сильно обводненный. Но уже начинает, так скажем. Ну, глинка такая есть немножко. Запаха вроде нет. Так, ребята, 6 метров прожелонили. До этого был песочек средний, нормальный песочек, светлый. Но воды в нем немного. Здесь разговор какой, с заказчицей сейчас поговорили. Она говорит, вода нужна на полив, чтобы был напор, потому что мотопомпа будет качать. То есть вода и питьевая здесь не нужна. Сейчас была небольшая прослойка глины, и сейчас идет уже сероватый песок. Вот у нас сначала был там светлый, потом еще серый пошел. И сейчас должен пойти уже серый. И в принципе он должен быть крупный. Но опять же, все по месту посмотрим. Вот, чем крупнее песок, тем больше водоотдача. Вот сейчас 6 метров, 7, и я думаю, что 7-8 метров мы будем делать скважину в данном месте. А дальше подключим от помпу, и ей же этой помпой раскачаем эту скважину. Так, ребят, вот такой у нас крупный песочек пошел. Довольно-таки классный вообще, прям речной. Вот он прям хрустит. Даже камушки он есть розовые. И прозрачные все. Вот это песок классный. Не знаю, как по качеству будет, но цвет вообще у него, кстати, нормальный такой. Не сказать, что он там серый. Но ручная колонка, которая стоит на участке у людей, у них вода железом. Ну, там может сильно отличаться. Вот такие вот. Такая фракция суперская. Чистится очень плохо, то есть поддавливает постоянно. Поддача большая. Это у нас 8 метров. Сейчас чистим и обсаживаемся. Мотопомпу я собрал. Мотопомпа почти новая, то есть они ее пытались сами поставить на свою колонку. У них ничего не получилось. Вот, решили в этом месте сделать скважину. Мы даже не проверяли, возможно, там и скважина рабочая. Но я думаю, что нет, потому что они сказали, что качал прям еле-еле. То есть качком плохо качал. Помпу тоже просоединяли, тоже не получилось. Ну, вот такой вот чибик. Разноцветный. Так, ребята, ну что, скважина у нас готова, очень шумно работает мотопомпа, скважина глубиной 8 метров, зеркало 2 метра, качает из дюймового шланга вот таким дебетом, ну здесь 3 тонны точно есть, мерить не будем, потому что мотопомпа может и больше дать, то есть на холостых качает как бы поменьше, на средних оборотах побольше, вот сейчас средние обороты стоят, водичка чуть железом отдает, все, работу свою закончили на этом объекте, вот такая вода, вот такой напорище. Все, ребята, всем пока. Кому нужна скважина, Абиссинская, звоните. Работаем по Нижегородской области. Все, счастливо, пока-пока.